Граффити в поддержку Экспо. Студенты из Екатеринбурга придумали, как продвигать заявку уральской столицы среди молодежи. Среди предложений – фестиваль уличных рисунков, умные викенды и новые арт-объекты. Идеи сегодня оценила большое жюри. Главной идеей молодежи – необходимость создания новых общественных пространств, где можно встретиться большой компанией в любое время. Именно таким местом должен стать Экспо-парк, который появится на Визе в случае победы заявки Екатеринбурга на проведение всемирной выставки. Среди экспертов, оценивавших предложения студентов, был и сенатор Аркадий Чернецкий. Он поделился с конкурсантами лучшими примерами продвижения идей на международном уровне, в их числе заявка Екатеринбурга на проведение всемирной выставки. Она уже превзошла все предыдущие попытки страны стать хозяйкой Экспо. Заявка Москвы набрала в 2003 году 10 голосов. Екатеринбург набрал 47 голосов.